Благодарю вас за ваши аплодисменты. Спасибо, что вы пришли. И вы знаете, вот эту песню я попросила как-то спеть Эльмиру на каком-то вечере. Мы с ней были вместе. А она говорит: слушай, я ее даже не помню. Даже не пою уже. Она много песен не поет уже. Вот, ну а вот в моей памяти они прям такие же живые, трепетные, как были на той кассете с ее волшебным серебряным голосом. А следующая песня написана мной в 16-м году, в конце 16-го года, в декабре. Был непростой период в моей жизни. И песня называется «Выдохнуть этот день». Выдохнуть.